Теперь, отправляясь за покупками в торговый центр, можно сделать прививку от коронавируса. В торговом центре «Рубин» открылся стационарный пункт вакцинации. Сделать прививку можно ежедневно с 13 до 19 часов на втором этаже комплекса. Тему продолжит наш корреспондент. Все желающие пройти вакцинацию от COVID-19 могут сделать это без предварительной записи. Для этого необходимо просто посетить торговый центр. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис. Здоровье важно, потому что развитие этой ситуации вообще в мире, что происходит, это очень страшновато вообще. Там нужно быть здоровым, очень удобно. В свободное время пришел за покупками, узнал, что делают. Пожалуйста, все с собой. Уколы делают медики областной клинической больницы. Внутри пункта организованы помещения для ожидания. Есть отдельный кабинет для медосмотра перед вакцинацией. Кроме того, созданы все необходимые условия для хранения вакцины. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр, термометрия, пульсоксиметрия и измерение артериального давления. Мы собираем жалобы, анамнез, принимаем решение, вакцинируемся ли мы или откладываем по каким-то причинам. Запись на введение второго компонента вакцины происходит на месте. Врач назначает время и дату по согласованию с пациентом, но не ранее, чем через 21 день после первой прививки. Помимо нового кабинета, в торговом центре в Верхневолжье продолжает работать 38 прививочных пунктов при больницах, поликлиниках и медцентрах. Действуют также выездные прививочные медбригады.